Финальные испытания показали, что борьбу за победу ведут достойные соперники. И хотя педагогический опыт у учителей разный, энергичность, креативность и смелость Лилии Мусяевой и Юлии Севцовой расположили к себе и зрителей, и членов жюри. Два разноплановых, но при этом очень высоко профессиональных учителя. Когда уже педагоги достигают такого уровня, когда они выходят на конкурс, это уже не конкурс, это уже мастер-классы. Хорошие, мощные, сильные мастер-классы, учителей, которые влюблены в свой процесс. В формате мастер-класса учителя представили оригинальные педагогические технологии, продемонстрировали умение вовлекать людей в процесс обучения. На импровизированной пресс-конференции порассуждали на тему качества образования. А конкурс с авторскими презентациями позволил учителям раскрыть свой творческий потенциал. Вот я сейчас понимаю, что участвовать в таких конкурсах нужно, потому что это дает толчок к развитию, к дальнейшему. Развиваться надо всегда. Лауреатом конкурса стала учитель начальных классов 3-го лицея Юлия Севцова. Победу с разницей в 4,5 балла одержала Лилия Мусяева. Цветы, дипломы, подарки, поздравления коллег и друзей. А первые мысли победительницы были не о триумфе. На самом деле, я думаю, как бы мне завтра выйти на свои 6 уроков и уже соответствовать тому, вот, что написано у меня в дипломе. Это такая следующая планка. Поэтому с двойным усилием работать пойду. Конкурс «Учитель года» помогает выявить самых талантливых и перспективных педагогов. Победа в конкурсе не только доказывает высокий профессионализм учителя, но и поднимает престиж школы. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.